мы уже домой приехали. Позвонила в Тимашевск насчет гитары. И он говорит, что работает сегодня до 2. У Васика что-то голова болит. Померили давление, у него давление 150. Решили не ехать. Договорилась, что привезет в среду. Он что-то там будет для музыкальной школы вести. И заодно нам гитару привезет. Думаю, ладно. Я-то хотела, что завтра уже с гитарой пойдет. Ну, давление у папки поднялось. Надо таблетки пить каждый день. Может, погода влияет, я не знаю, что. Завтра дождь обещают. Ну, может быть, что меняется. Девчонки тут прибирают все, молодцы. Белье доставали и бросили тут тазик. Не доделывают никогда. Просто вот пока лежит. Постирала я все кепки, а вот эта затерялась одна. Отдельно стиралась черным. Уже тоже скоро буду ветровки все перестирывать, убирать. О, Даринчик. Всем привет. Ага, Даринчик, где ты ложила все? Положи туда. Наверху где-то. Ага. Там чистое, школьное все. Дариночка сейчас убирать будет. Угу. Вот. Что вы там делаете? Сейчас я. Мы картошку чистим. Угу. Аленочка, маленькая. Привет! Да. И Софийка помогает, и мне картошку подает. Я ее так вот порежу, она их складывает. Да, умница, умница. Помогай, помогай. Сегодня у нас Алина будет кушать, готовить. Хотя суп сварит, а я макароны отварю. Саша еще вчера просила. Привет! Привет! Че там рассказывать? Че рассказывать? Если папке полегче станет, я говорю, часик отдохни, чтобы таблетку я ему дала от давления. И пойдет убирать, потому что завтра уже дождь у нас обещают. И вот надо хотя бы убрать бассейн для сегодня. Какой суп решил выдать? Макарошковый. Молодец. На электричке Алина сегодня поедет. Завтра уже, да, у тебя практика. Сколько еще будет практика? Неделя. Еще неделя. Осторожно там, тихонько. Ой, помощница. Все. Можешь складывать. Угу. О, как помогает. Нет, надо ручками складывать. Не надо так хитрить. Что скажи? Что ты придумала? Пусть она вывалит. Она вывалит мимо на всю кухню. Да? Вон и так сейчас на всю кухню накидает. Убери. Нет, сначала убери картошку. Убирай. Ну, к вечеру сварим. Ну, мы все позавтракали. Помощница, помощница. Санечка, покажи свою Лилю. Сегодня Саша у нее там все меняла. Я единственное хочу попросить Сашу. Ты ее... Да, вот мы новые туда. И это, Санечка, ты ее вот так убери немножко, и тут так протри. Хорошо? Пыль протри, а потом это попылесосишь еще. Это мы вот сюда мелочь все скидываем. У нас там она лежит. Все, сейчас Сашенька тут протрет. И красота. Кто-то жарит. Мы все перерыли. Все. На 5 раз. Потом Вася говорит, давай еще разочек. Каждую бумажку перерывали. В итоге нашли. Там уже и Настя искала. Там уже все. Короче, нашли. Отцовский собирается к Диме. Позвони, может, еще что надо. Может, воду там, еще что. Все равно едешь там. Это, чтобы уж не потерять, на шею повесил. Чтобы не выпал. Ну, так, не забудь тоже воду взять.
знаю, что может ему довести еще. Ну, слава богу, нашли. Вот, ну, ей-богу, ну, все перерыли, все. Я думала, она хотя бы, знаете, хоть немножко цепочка там есть, а она плоская и лежит там в документах. Ох, еле нашли, надо же, а. Слава богу. Ой, у меня стирка сейчас, пойду это. Девчонки где-то гуляют с Софийкой. Сейчас еще полчаса пойду супом покормлю ее, Алина сварила. И пойдем уже спать ложиться. Можно было ее отпустить? Не будем ее рать, и мы ее не выпустим. А что вы с ней сделали? Да пусть бегает, вот закопает. Да я убежала. Где она? Где? Не знаю. Ой, не ори, как дура. Господи, вы все рвете нарочно. София, одни глазки только большие, папкины. А, папкины глазки? Можно собаку ей почистить? Ну, конечно. Ой, зрители оглохнут, как вы орете. Ужас какой. Так, следите за ней, чтобы она опять соседям не убежала. Ну, чтобы она тут побегала хорошенько. Ой, не кричи! Не кричи! Что кричишь? Что ты кричишь? Ладно, пойду. Да на, это твои перчатки. Да нет у меня твои перчатки. Боится. Настя подменилась. Всем привет. Ага, поедет сейчас Алина с ней. Алина, потом у Насти останешься, да? Зачем мне детская? Не хочешь, не надо. Настя, надо вам детская. На вашей машине поедете или на какой? На моей. На твоей? Потом Алина сразу к Насте останется, а потом от Насти поедет уже. София спит. Ну, папка хотел один ехать, в итоге потом это. Кое-как нашли. Ой, красивая. Господи, накрасилась что ли, а? Ладно, все равно сейчас мыться скоро. Что попало? Угу. Ну, давай, Мила. Пока, Лиза. Давай, давай. А говорю, девчонки одни едут. Нет, поеду. Нравится ему, наверное, сидеть на пассажирском сиденье, да, папка? Ага. Ну, давай. Тебя ключи оставить? Да мне зачем, у меня есть. Если надо будет, у меня есть. Ну, все, с Богом. Пока, доча. Пока, Лиш. Приезжай потом, как практика закончится. Пошли домой. Софийку не пустила. Сказала, пусть спит. Кондиционер работает, все работает. Тяжело ребенку. Пусть спит. Не дала ей. Вон, видите, чем они занимаются, а? София? Ай-яй-яй, в телефоне сидит. Ну, ну. Ну, все, сидите. Так, Женечка, ванна. Саша уже помыла, сейчас Женя, потом я Тому помою. Девчонки хорошо, уже большие, сами моют. Время у нас ровно 6 часов. Чего-то так долго нету их, а? Прям уже все глаза проглядела.
Настя еще на работу, насколько она там подменилась, не знаю. У нас, похоже, жгут листья. Пахнет так кругом. Вот не видать, а. Настя, может, завтра аванс получит. Сегодня пришла, приехала, говорит, мам, ни копейки денег. Пособирала, говорит, со всех карт. Диме на телефон положила. Конечно, очень тяжело. Там люди пишут, мать-кукушка, мать-кукушка. Она вчера поехала, аж плачет. Раньше-то оставляла, так Дима же тут был. Все равно с Софийкой. Она там на ночь останется, а потом Дима приезжал. А сейчас-то и по два дня, даже дольше бывает. Конечно, Настя, ну, что, оставлять тяжело. А куда деваться? Вот куда? Жить им на что-то надо. Конечно, я дала сегодня денег заправиться и Диме там что-то, может быть, купить, подкупить, не знаю. Поехали. Вот. Завтра еще, наверное, Софийка у нас, а во вторник уже в садик поведет. Потому что вроде полегче Софийке уже, и насморка нет практически, не кашляет, ничего. Но завтра Настя на смене, а вот во вторник уже в садик. Ну, мои-то завтра все в школу, в садик. Будем одни тут с Софийкой нянчиться. Настя поехала домой? Ну, пульс не заходит, а я прибежала, думаю, скажу, чтоб не ходила. Не бередила душу ребенку, чтобы. Она и на работе. Ну, я знаю, что у нее смена, что там приходила сменщица. Что там, продуктов набрал? Да. Так как бы не надо было. И хлеб дома у девчонки сбегали, купили, и молоко. Остались салат. А, ну, ладненько, ладненько. Алина успела на электричку? Она утром поедет. Вы вот только что приехали. А, не успела, в общем. Заходи. Деда! Ух ты! Деда! Ну-ка пошли, чем там деда тебя угостит? Колбаской? Да. И хлебом? Ух, да. От зайчика, наверное. Да, от зайчика. Да. Пойдем угощать. Пойдем деда угощать. Ну, пошли. Температуру все меришь? Ты уж не болеешь, нечего там мерить. Ну что, пап, нормально съездили, все? Вообще непонятно, что творится на дорогах. Как будто на дороге. Все с работы на работу, не болтай ерунду. Ну, вот, девчонки, папка там, смотрите, от зайчика. Ешьте. Ах, умница. Садись. Она, правда, поела уже. Так она, хорошо. Саша, суп еще поела. Так она хорошо суп поела. Ну, молодец. Что выключила-то? От последнего кольца до второго кольца пробка такая. Второго Краснодара. Ну, правильно. Все, с работы все. На работу. Народу много. А это просто и там по Маяковску утра, да. По Маяковской трассе 60 человек. Вплотную машины друг к другу. Ну да. На 5 поедет на электричку, наверное, да? Иначе она опоздает. Так, ну ладненько. Кушайте, дети, уже пейте чай, да скоро уже как раз будем уже ложиться. Не хочет она. Она хорошо поела, не надо ее тут ничем кормить. Ну пойдем, моя сладкая, пойдем. Моя девочка. Да? Ну так шагает, шагает. Пузико вперед. У кого пузика вперед? У Софиечки. Надо тут сидеть, тогда она будет играть. Гав-гав, да, гав-гав. Ну, о, гав-гав. Во. Ням-ням хочет? Покорми чем-нибудь. Дед, не-не-не, София, вот тут еда, посмотри, может тут есть? Наш упадет сейчас, упадет. Ну-ка. Во, игру нашла. Вот, вот ручка от нее. Вот.
Санечка, очки надень, пожалуйста. Мама! Ладно, не дает уходить. Все, играйте вместе. Да. Умница. Устал, пап? Да. Ну ладно. За рулем тяжело, а на пешеходном месте вообще тяжело. Угу. Самое главное, нашли. Мы так долго искали этот брелочек, а он маленький. В документах запрятался. Слава Богу, нашли. Так, девчонки, маленько успокаивайтесь. Как вечер, так придумать какую-нибудь игру веселую и все. А уже спать надо, да? Я тоже каталась. И хохотульки до хохотульки. Я ни разу не упала. Хохотульки придумывают. Ба! Да? Ну-ка покажи, как ты, как ты. Тоже вот так? Что тебе? Упадала? Ну, давай покажем. Баля. Нет, 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 ты встань. Вставай еще. О, ничего себе! Тома, не смейтесь, специально, очень сильно громко. Мам, знаешь, все, она здесь такая сидит, такая... Песенки пели. Так, все, дорогие мои, время уже у нас 10:00. Начинайте успокаиваться, потому что через 10-15 минут мы уже будем ложиться спать. Софийка, правда, сегодня спала, наверное, часа 3.5. Нет. Она 4 часа спала. Ну, да, очень долго спала. И сегодня, наверное, не было. Да, мы поэтому будем с ней, наверное, сейчас час целый лежать. Да, час будем. Все, говори пока нашим зрителям. Пока-пока. Всем пока. Всем пока. Всем до завтра.